туда. Ну, как сходили? Посмотрели. Поговорили. Так, здесь в доме ничего не забыли? С собой возьмем. Подумайте, ничего не забыли здесь в доме? Нет. Хорошенько подумайте. Потому что дальше вы идете, возврата не будет. Ну, хорошо. Забыли, останется до следующего раза. Так, вот туда к машине подойдите, я фотографирую. Вот эта сторона у машины. О. Мы здесь на пару сделали. Видите, вам постань перед ними. Подходите. Дядюшки. Вот так. Это не просто так. Ну что, наказываем? Давай. Бесполезно. Горькоров, поступите по-своему. Наказывать. Вы знаете, причины говорил. Вы многое слышали, видели. Все это найдете в книгах. Я так и не узнал, каких у тебя книг нету. Или все есть? Не, у меня все. Ну все, вот у тебя, пожалуйста. У меня все, только вот этот нет. Симфония. Зачем отвлекаешь его? Он уже это знать не будет, что я говорю. Вот у нее все, главная ставка будет. Ни у него, ни у нее. У нее полные есть тоже. А что у вас есть, тогда дома будете еще считать. Угу. Какие вопросы будут, только по интернету. Письма я не пишу. Было время, я почтой занимался, интернета не было. Чтоб тебе понять, что такое почта. Я отправлял за год 1200 писем. 100 писем каждый месяц. Их написать надо было, и у меня письма такие там... Не влазят в почтовый ящик. И все это позади. Я ото всего отошел. Остался только одно у меня форум на молитву. Сейчас коротко сотворим молитву и с Богом. А к батюшке не надо благословить? Обязательно. Обязательно к батюшке. Благословитесь на путь. Поблагодарите. Как батюшке не надо? Еще бы не надо. Так, там восток. Отец Небесный. Великая благодарность тебе за этот день. Земля благоухает благодатью твоей. Ты посылаешь дожди. Земля приносит плоды, нужные для человека, и зелень на пользу его. Соделай, чтобы души наши приносили пользу друг другу и славословие тебе. Благослови, Господи, отъезжающих. Сохраняй всякого рода зла от несчастного случая. Дары здравия, мудрости в рассуждениях, молитвенного настроя. Все, что они здесь получили, чтобы в судный день предстать омытыми, очищенными, верными. Ты нас возвратила из дальних путешествий, хвала тебе. Простри эту милость твою и на друзей наших. Ты благословила вход в трудных обстоятельствах, благослови выход. Соблюди их. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. С Богом. До свидания. Проди Господь. До свидания, Господь. Многое услышали. Можно свидание чуть-чуть. Спасибо. Вы нам приятны. Теперь заберете там все книги, сложите. На таможне нигде ничего не платите. Скажите, что это подарки, мы не на продажу везем. Все, садитесь. Ну и к батюшке заедемся. Ну езжайте, ну, садитесь, я говорю, садитесь. Да что, вопросы уже лишние. Там заберете книги сначала, все, сложите, проверите себя. Еще не забыли? Валя. Ну все, давайте. Все, уже продумали. С Богом, давайте. Нет, Виктор Николаевич, по середке покосяйте, я мне же вылезать, а потом я по середке. Володя, дайте еще раз. Огню тебя, Володя. Давай, пиши обязательно. Все, с Богом. Божественное.